Российские экспортеры рекомендуют новосибирским бизнесменам как можно шире использовать потенциал БУТБ в торговле с Беларусью. Страна-соседка также отметила, что эффективность белорусской биржевой площадки подтверждают многочисленные положительные отзывы представителей бизнеса, которые уже воспользовались этим механизмом. В частности, в настоящее время на БУТБ работают свыше 400 компаний из Смоленской области. Для них биржа стала дополнительным каналом сбыта и закупки товаров, причем не только в Беларуси, но и в третьих странах, благодаря возможности заключения транзитных сделок. В свою очередь, со стороны новосибирских предприятий отмечаются запросы на поиск деловых партнеров в нашей стране.